Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Дни Эрмитажа в Приморской картинной галерее завершаются на этой неделе, но в рамках проекта еще можно успеть посмотреть несколько выставок. На Алеутской 12 это экспозиция фондовой коллекции 18 века, а также выставка одного шедевра «Воскресение Христова». А в будущем центре Владивостокского Эрмитажа в здании напротив ГУМа уже сейчас представлены художественные фотографии о Великом Санкт-Петербургском музее и действует кинопрограмма об Эрмитаже с любовью. В музее имени Арсеньева в эту пятницу открытие новой выставки. Для горожан представят серию экспозиций, объединенных темой «Море». Проект направлен на создание Дальневосточного морского музея. Выставка посвящена Владивостоку как морскому городу, где цикл расставания, ожидания, возвращения многократно был прожит многими поколениями в прошлом и еще многим предстоит в будущем. Во время работы над проектом «Тихоокеанское время» было записано 27 интервью. В музее города фестиваль немого кино. До 1 октября включительно зрители конкурса смогут увидеть 9 фильмов различных жанров. Каждая из работ будет транслироваться под музыкальное сопровождение в исполнении творческих коллективов Владивостока. Выходные на этой неделе откроет фестиваль «Морем». Праздник пройдет на спортивной набережной. Уже с 10 утра организаторы мероприятия приглашают всех на утреннюю йогу. Далее финальные соревнования по сапсерфингу, первые дальневосточные соревнования на сигвеях, катание на роликах и мастер-классы по различным направлениям фитнеса. В том числе ведущие специалисты Деваоран и Тинро прочтут лекции на тему экологии, защиты моря и морских биоресурсов. И это далеко не вся программа фестиваля. Праздник завершится не раньше 18:00. Вечером горожан приглашают на бесплатный кинопоказ в амфитеатре. Еще 1 октября во Владивостоке пройдет концерт, посвященный Международному дню музыки. В нем примут участие лауреаты и дипломаты международных и региональных конкурсов 2016 года. Место проведения – Дальневосточный государственный институт искусств, вход бесплатный. А в Театре молодежи – встреча одноклассников. Как гласит сценарий спектакля, выпускники школ после многолетнего расставания вновь соберутся вместе, чтобы окунуться в воспоминания и понять, как же строить им жизнь дальше. По словам драматурга Юрия Полякова, пьеса злободневна и не оставит равнодушным никого. 1 октября состоится закрытие выставки «Я рисую лето» от радио «Лема». Конкурс детских рисунков проходил в кинотеатре «Владивосток» в течение всей недели. В субботу – торжественное награждение. Начало в 11:00 в кинотеатре «Владивосток». 2 октября всех ценителей высокого искусства приглашают на сольный фортепианный концерт Евгения Соловьева. В 18:00 на малой приморской сцене Мариинского театра музыкант исполнит произведения Роберта Шумана и Клода Дебюсси. А в арт-пространстве Gallery and More покажут фильм Яна Артюса Бертрана «Human». Бесплатный показ проходит в рамках международного фестиваля «Так далеко, так близко». Кинолента была снята на всех континентах в 60 странах мира. В диалог с авторами вступили более 2000 человек. Также на бесплатный семинар всех желающих приглашают в библиотеку имени Горького. Там пройдет обучение составления родословных своих семей. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на 8-м.